День добрый, друзья, с вами Дов. Сегодня будем менять шлейф виброзвонка, звука и гнезда наушников. Вот он так выглядит. Снимаем крышку. Защитный экран. iPhone 4 у нас в руках. Полностью телефон разбирать ни к чему. Здесь он пристегивается, вот его шлейф. Попробуем еще раз. Видимо, у нас не работает. Попробуем новый шлейф. Пристегиваем. Включаем. Вот, как видите, все заработало. То есть, это виброзвонок заработал. То есть, где-то произошел взлом. Приподнимаем батарейку. Ее можно не отсоединять. Таким образом убираем. Снимаем шлейф. Сейчас покажу поближе, чтобы было видно. Таким образом снимаем. Снимаем вот этот болтик. Отключаем шлейфа все, чтобы плату можно было немного приподнять. Снимаем виброзвонок. Защитный пластик. Обращаю внимание, болты запоминаем. Три болтика, которым прикручиваются кнопки звука, одинаковые у нас. Ложим их отдельно, чтобы не перепутать. Это у нас. И приступаем, откручиваем переключатель виброзвонка. Тоже он на двух разных болтах у нас. Тоже ложим отдельно. Один поменьше. И первый подлиннее. Колпак. Сама кнопка, вот она так выглядит. Вот он взлом, видите, да? В этом месте шлейф у нас ломался. Далее снимаем гнездо наушников. Вот таким образом можно всунуть внутрь что-нибудь. И вот так отсоединяем его. Таким образом вытаскиваем. Ставим на место кнопку виброзвонка. Не перепутайте только направление. Красная полоска должна быть вверху. Далее берем новый шлейф. Снимаем защитный пластик. Запоминайте, как
с какой стороной, к чему все клеится. Это металлическая направляющая. Сняли со старого, клеим к новому шлейфу, которая потом у нас будет прикручиваться к каркасу. Вот она у нас готова. Далее направляющая виброзвонка. Вот она у нас так выглядит. То же самое. Убираем ее. Заднюю прокладку. Тоже она нам не нужна. Ставим новую. Тут есть две направляющих, вот видите, да? Вот они должны войти сюда. Запаиваем их с этой стороны. Как бы клепаем. Ну вот, в принципе, шлейф готов. Таким вот образом клеим. Далее шлейф в сборе уже готовый, ставим на свое место. Гнездо наушников ставим в последнюю очередь. Это вот надо так завернуть, приклеить с этой стороны. Вот такой вот шлейф у нас получился готовый. Обращаю внимание, переключатель должен быть внизу. Сейчас покажу, чтобы было видно. Вот он у нас переключается вверх, вниз. Собираем. Ставим кнопку звука. Наживляем. Там у нас стоит, и закрепили. Далее кнопку виброзвонка. Она должна войти в паз. Она у нас переключается. Ставим верхний колпачок.
другой стороной. Не перепутайте болты, чтобы было видно. Проверяем кнопку, чтобы она переключалась. Ставим второй болтик. Который чуть подлиннее. До конца закручиваем. Проверяем все кнопки. Они все работали, потому что бывает такое, что западает шлейф. Вот, вроде все нормально. Виброзвонок работает. Далее вставляем гнездо наушников. Сразу поставим защитный пластик сюда. Таким образом переворачивается и вставляется. Защелкиваем шлейф. Ставим батарейку. Закручиваем болты. Вот этот вот основной большой, который держит гнездо зарядки. Нужно сразу проверить. Как видите, все заработало.
ставим виброзвонок на место. Защитный экран. Всем спасибо за внимание. Я Дов. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Всем удачного дня. До свидания.